Стой. И всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик и Никитос там на острове, сволочь. Сегодня мы находимся на сервере знаменитого великого Трубоёжика. И будем дарить сегодня подписчикам великолепные дома, которые мы построим вот на этом островке. Да, Никит? Не, ну вот это нахрен ты делаешь, а? Ну скотина. Как, пробраться? Иди отсюда, кыш-кыш-кыш. Так я тебя бить не могу. Да конечно, у меня аж креативка. Ну честно, ПВП, а ты отключи. Посмотрим, кто прав. Делать мне ничего. Есть, я... Ну нафига ты сломал? Зачем, скажи мне? А для чего это было? Ну не знаю, просто хотелось сломать тебе всю жизнь. Так, сегодня мы подарим нашим подписчикам, друзьям. Что мы подарим? Ну, конечно же, черепаший домик. Который будет сделан из замшелых кирпичей. Также мы будем использовать в строительстве... О, чувак плывет, слышишь? Какой-то поплыл. Догони его. Догони его и меня... Ты кто? Стоять, я тебя убью. Я тебя догоню, я тебя догоню. Смотри на меня. Сюда смотри. Это какой-то подписчик тут гоняет. Давай ему зелье замедление кину. Ты попал в кадр, чувак. Ты понимаешь? Шевели ручками. Шевели, шевели. Давайте сделай. Вот таким. Меня хоть телепортни. Я посмотрю. Иди нафиг. Ты че кодил? Надо от него подальше. Ну, конечно, он будет мешаться, конечно. Ну, пусть мешается, конечно. Конечно, конечно, конечно. Ты все строишь свою дорогу мечты? А, вот он проплывает. Где я? Нет здесь никого. Да вот, ко мне ты поднись. Да, господи, делать мне нечего, короче. А, вон я вижу его. Так мне так придется его убить, просто потому что... Убей его, убей. Он не в то время, не в том месте оказался. Меня ты пахни. Давай, давай, гаси, гаси его. Он убегает. Бедняжка, извини. Извини, Давид. Не хотел. Ну так получилось. Никита мне сказал, типа, нужно убивать. В общем, ребята, запоминайте координаты. Кто первый сюда успеет, тот получит великолепный домик, который будет построен рукой Трубоёжика. И также будут сундуки и ресурсы. Вещи его валяются, круто. Молодец. Ты здесь? Что ты его убил, это очень даже хорошо. Ты из-за вещей, что ли? Я тебе дам, если хочешь. Все. Пару кожаных броней максимум только. Забрал, все, я забрался. Че ты тут будешь строить? Да. Поможешь или так? Будешь туда сюда ходить? Не, я буду смотреть. А, ну окей. Это гораздо интереснее. Только где-нибудь подальше отстройся, чтобы не мешать по дороге. Ну, сейчас, подожди. Так. О, я придумал, что... О. Ой, что я делаю? Ого, кирпичи. Что ты? Кирпичиками. Не, не надо здесь раскидываться. Давай я вот реально отплыви чуть подальше, там поставь себе бунгало. Окей, да, там построю что-нибудь. А, кстати, иди сюда. Я тебе стак кину. Кого? И посмотрим, кто лучше построит. Ну вот эти. А не надо мне, зачем? А, ну ладно, тогда. Выбирай обратно. Что, у тебя много ресурсов? Угу. Ну, посмотрим. Ты что, вы чё, короче, чё, вам попу? Будет строить Никита и ёжик. Никита будет на том говняном острове, а ёжик на этом архипелаге. В общем, давайте сначала заменим пол. Гейм-мод. Ну, пол, в смысле, не с мужского на женский, а пол, на котором ходят. Хотя, в случае Никиты, можно и любой другой пол тоже сменить. По нему незаметно будет. Никита, скажи, с какого ты города? Вдруг в твоем городе найдутся мои подписчики, и те найдут подъезди и пизды дадут. Не найдут. Это очень-очень... Ну скажи, далеко. Какого города? Не, нет, не скажу, к сожалению. Я, к сожалению, тоже не помню, с какого города, с какого-то там. Ухасранск, помню. Так. Блин. Никитос. Чё? Чё ты строишь, скажи? Сейчас увидишь. Вижу, что ты землю расставляешь. А я вообще убираю. Ну если тебе что-нибудь нужно будет из креативки, я тебе дам. Так, теперь что мы будем делать? Так, ну у нас же черепаший домик, значит нужно остров расширить немножко.
Почему именно остров, а не на материке? Просто север очень сильно развивается, и на материке очень много мест занято. Приходится на воде мучиться. Ну ничего страшного. На воде вообще я люблю строить острова. Потому что они дают какую-то автономность от внешнего мира, между прочим. Так, вот, ну, такой квадратик сделали. Теперь нам нужно сделать сам... Нам нужно сделать несколько квадратиков. Надо расширить все. Почему замшелый булыжник я использую? Потому что он типа красивее. Ну, видно. Заткнись. Я учел ошибки предыдущих домов черепах. Кстати, мы приватить территорию не будем. Так что любой, кто захочет, может смело заприватить территорию и забрать себе. Но правда, я думаю, что это будет опасно. Надо будет эту территорию защищать, так как все подписчики увидят это видео и многие будут знать ваши координаты. Так что я думаю, ждите атак. Или заприватьте и выйдите из сервера, чтобы никто не смог разрушить ваш дом. Правда, тут есть мега-супер кланы. Блин, очень опасный сервер у нас получился, Никит. Я даже иногда сам побаиваюсь без креативки на него заходить. Тебя могут смело убить на любую. Добывал ты целый день ресурсы, тебя хоп, прикончили и забрали. Еще и дом заприватили. Нормально. Вообще жестокий получился. Ну, в принципе, так и задумывалось. Так, стоять. Нет. Раз, два, три. Динь-динь-динь-динь-динь. Так, ладно. Давайте сделаем огромную черепаху. Прямо на воде. Ну, чё, как у тебя дела? Да, все по чуть-чуть. Нигер. Козел. Ты охренел? Козел, Дай ты мне говори. кирпичи. Окей. Подлети ко мне, вот иди сюда. Чё, ну смотрите, он приказывает мне еще. Да, иди. Подлети, не подлети. Да пошел ты в этот Сюда иди. подлетник хренов. Вот Че тебе такие дать? вот. Вот такие вот кирпичи нужны, которые у меня в Пошли. руках. Да. Хорошо. Лежи. У тебя две штучки. Нет, два стака. Три, Да, может. охренел. Два стака ему. Три можно. Че так мало-то? А, На. ну все нормально. Работаем. Так, теперь следующий уровень черепахи. Люблю я, конечно, новые дома придумывать, новые системы. Вообще все новое. Не то, что Никита. Да. Чтоб ему что-то придумать, нужно 3 литра выпить. И Ничего. то придумать в лучшем случае песенку пошлую. Ну не так, что ли, Никита, Нет. а? А, все верно. Ну, то есть выставляем вот такой квадратик. Ну, в принципе, какая вам разница, как я строю? Все равно вы на халяву все это получите. Да? Ох, я не думаю, что кто-то сможет защитить этот дом. Хотя, возможно, Никита бы смог. Че он там строит, интересно? Погрифили бы его. Где он? Я тебя загриферю. Чертов квадрат. Ну, кстати, егошний дом можете смело разрушать. Даже плевать не надо, просто их тупо грифти. Как раз сравнил, блин, креативку. Была бы у меня Я и не креативка, это вот... сравниваю, я просто говорю, что Никита у самого у него руки из этого растут. Чё? Ну, из попы. Дебил. Так. Он еще обижается. Ну, что ты на правду обижаешься, а? Так, отлично, теперь все то же самое, только с этой стороны еще. Вроде нормально получается что-то. Не нормально или нормально? Нормально. Я удивлен тогда. Так, что тут еще нужно? Раз, два, рассчитаем все. Раз, два, да.
сложно строить креативки, честно говоря. Да, конечно, вообще. Вообще геморрой такой. Надо, блин, день сделать. Вот, видите, пока я здесь на сервере, каждый день у нас день, без ночи. Так что радуйтесь, ребятки. Смотрите, ну такая табличка неплохая получилась, честно говоря. Будет большая черепаха, походу. Это кто такой? А, Давидик приперся. Давидик, смотри, лучше отойди, иначе я тебя убью. Вон, видишь там кирпичный домик? Иди туда. Вон, сзади, сзади, смотри. Чё? Чё? Чё такое? Слышь, Давид, сзади смотри кирпичный дом, вон. Иди сюда, иди. Он не слышит, походу. Ох, Давидик, Давидик, иди сюда. Ой, ой, ой. Бежит Давидик, бежит, 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 бежит. Я его догоню, догоню. Ой, я догоню. Ой, 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 я его обгоняю. Ой, 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 ой. Ой, 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 Давидик, беги. Бедный беги, Давид, беги, а. Беги, беги, беги. Что ты с ним делаешь? Ну, чуть-чуть. Он убегает, не убегает. А, он прибегает. Ты лучше, Давидик, расскажи на сервере, что на этих координатах трубоёжи. Так он сейчас специально отошел, чтобы потом заприватить. А, кстати, сейчас, да. Сейчас две территории зафигачит и все. Ну, мы можем его кикнуть. Это будет нечестно тоже. Ну, в принципе, да, мы его убили в самом начале. Это тоже несправедливо. Просто так взяли, убили Давидик. Еще Голиаф говорил, что Давидика просто так убивать нельзя. Ты знаешь, кто такой Голиаф, дебил? Ты дрожишь. Я сам знаю. Так. Он запомнил координат. Смотрите, он там что-то строит. Что-то пишет. Так, ладно. Короче, давай, шевелись, быстрее надо строить, иначе Давидик всем расскажет. Так, мне нужна листва. Слышь? Угу. Слышу, слышу. Музейный экспонат-то наш. Так. Дай приди, дай мне стекла. Да и... ты офигел, блин, дай, дай, дай. Подожди. Ты мне что? Кто я тебе, чтоб я тебе что-то давал? Иди сюда. А! Что? Я не могу. Давиди-ка убей. Дай мне много кирпичей. Иди сюда. Я не могу. Задорал, давай. Ладно, я тогда я... работаю, детка. Не мешай иди отцу. О, нехил он обычный домик строит. Блин, так, ладно, это я сам к ней приду. Давай. Ну давай. Ты сможешь залезть? Нужно. Два. Нет. Что тебе нужно? Один стак стекла. Так куда ты? Ну я все равно в дом тебе закину туда. Нет, это тупо смотрится, надо поменять. Так, два стака стекла, скин. Да. И знаешь, вот смотри, сейчас, кирпичные ступеньки, много покидай их. Ты их можешь сам скрафтить, дебил. Ладно, тогда дай вот эти, тогда, да. Кирпичи. Да куда ты, стой, иди обратно. Да куда ты, козел. Хватит тебе. Не мешай отцу. Тренироваться. Не мешай отцу тренироваться. Ты понял меня? Да. Все, начинается строительство великой черепашей цивилизации. Почему из листьев? Потому что так красивее. Ну и экономичнее. Сами понимаете, сейчас доллар растет, кризис и такое. Опа! Давид, а ты откуда? Глянь. Так он еще подобрался так тихо, смотри. Никиту терроризирует Давидик. Так тихо подобрался вообще. Я еще не заметил. Щанти леща, когда и выкинуть тебя из твоего дома. Так, ты поосторожнее, надо... у него могут быть ресы. Китстарт я напишет. Я его убью. Вот. Бедный Давидик на лодочке. Но я ему за то, что уничтожил его лодочку, я его вознагражу. Так что все будет справедливо и честно. Отберу у Никитоса ресурс и отдам ему. Я отберу. Я с игры выйду. Да выходи, я тебя могу забанить. Да что он тут лазит?
Ты про него на спам. Пропиши спам, его ник. Вот у духа не было. Да. Думаю, это может не сработать даже. Че он пишет? Извини, Никита, извини. Давид, как пишется? Давид. Давид 12 он? Да. Все, он ушел на спаун. Ну, пока он заново нас найдет, пройдет немножко времени. Скинь там на своем острове дуба. Чего? Сам ты сейчас дуба кинешь. Да скинь ты дуба. Досок, что ли? Ну, не досок, а дуб. В смысле? Ну, дуб. Ну, это как типа доски, только дуб. Который из дерева добывается. Дуб такой, знаешь. А, понял, понял. На, держи. Угу, все, спасибо. Так. Погнали. Больше, чтоб я тебя не видел. Чего? Вали отсюда, говорю. Я еще вернусь. Вернее, он возвращал. Да он опять тут. Да? Да он задрал уже, слышь. Может, он этот поставил? Ну да, он, наверное, в том живет. В доме. Да, он, наверное, в том доме живет, походу. Кто знает. Так что, ребята, мы, походу, не знаю, кто успеет. Ну, в принципе, успеете. Дадите этому Давиду. Ну, убьете его, мягко говоря. И заберете у него все вещи. У него вообще ничего нету. Но он может успеть заплевать всю эту территорию, так что будьте готовы за нее сражаться. Все-таки это PvP-сервер. Как только вы его убьете один раз хотя бы, вы уже можете заплевать его территорию. По правилам сервера это разрешено. Видишь, какие мы справедливые. Ну, это же PvP-сервер. Здесь все жестко, клановые войны. Так, что он... Ах, он скотина, у меня пол ломает. Молодец, Давид. Теперь я его зауважал. Ломай Никите пол. Ломай Никиту полностью. Да не в том смысле, ты дурак. Он тебе что, по яйцам бил? Как он тебе пол сломал? Так он под дом залез, знаешь. Блин, ну Давиде, хоть какая-то тебе польза. Че, прикалывайся, что ли? Что он там делает? Где ты вообще? Я просто так его убил, возьму, все убил. Страх уже, серьезно. Ну это же Давидик. Пусть он лучше у тебя там лазит. По-моему, еврейчики это, евреи, если не ошибаюсь. Вот видишь, евреи напали на бедного Никиту. Теперь он будет фашистом. Пойди в скинхеды, скажи, что вот так-то был так, меня евреи дом закриферил. Я их теперь ненавижу. Блин, вообще жесть. Ну, и любая такая фигня фашистская, это все равно плохо. Так что Никиту тоже нужно леща ему дать. Чего? Ну, за то, что ты плохо говоришь о евреях. Я ничего не говорил. Вот именно. Ну, смеялся. И чего? Кто тебе просил смеяться? Не преступление. Я же просто провоцировал. Не а ты преступление. Поддался. Это не преступление. Это объяснишь это прокурору. О, опять он. Он меня бесит, серьезно. Серьезно бесит? Ну, подружись с ним. Так и не ты его не один раз. Кикал. Ну, зайдет заново, ничего страшного. Смирись. Иди тут чудо. Мне бы интересно посмотреть, что он с ним делает. Че он тут стеклышки поставил? А, вон Давидик. Сейчас я ему алмазный меч кину. Давидик, стой! Назад! Назад оглянись! Хочешь алмазный меч? Я его скидываю в воду, лови! Лови, тебе! Все, мы сделали теперь честно все. Никит, поосторожней. В смысле, алмаз меч ты ему скинул? Совсем что ли в голову? Я не знаю, может быть он тебя победит, может быть и нет. У него брони-то нету. Угар просто. Не, ну, что поделать, это клановый войны, чувак. Будь осторожен. Ты лучше оглядывайся, когда строишь сторону, понимаешь? Не убьет у меня, честно. Че, он уже появился? Да нет. А, он под водой к тебе сейчас. Пуф, и все. Да ё, че она не ставится?
чудо-видик взял алмазный меч и ушел, что ли? Я ему за это платил. И он должен был Никитоса загрехнуть. Вот Давидик, блин, Давидик. За что ты так предательски относишься к алмазным мечам? Ты же мог бы все это. Я, знаешь, что думаю? Сейчас придут кто-нибудь крутые. Возьмут дом за гриферят и продадут на ресурс. В магазине. Так что то, что мы сейчас... Ну, зелень-то не продадут, а вот нижние булыжники вполне могут. Опять таймсет надо делать. Что у нас с Никитосиным домом? Ну, он из кирпичей строит, типа а-ля элитный. Никакой креативной мысли у чувака. Что ее нету креативной? Ну откуда она может взяться? Ты выдал мне креатив код. Тогда была бы креативная мысль, типа, да? Ну. Так, ну что, у нас теперь дом черепашки Тортилы готов. Знаешь, что значит Тортила? Черепаха, значит. Просветил. Ну, представляешь, так все просто. Надо вообще новый канал Турбочерепаха. Ага. Единственное, еще хорошо, что этот дом не обязательно освещать. Он и так довольно светлый внутри. Ну, когда светит солнце. Так, теперь нужна самая интересная голова. Голова, давайте мы сделаем ее из... Из чего мы сделаем голову, Никитосик? Да. Либо из замшелого булыжника. Либо из замшелого булыжника, да. Так, нужна голова. Так, ну вроде... Да, есть. Наконец-то построился, что-то укрышу. Так. Почти построил. Вроде на голову похоже. Да-да-да. Что ты построил? Почти построил. Так. Так, вроде тут все сделал. Сейчас крышу доделал и все. В принципе, готово будет. Может, заткнешься? Нет. Так, теперь мы должны сделать все очень красиво и модно. Поэтому глаза у него будут красивые. Нет, не очень красивые глаза. Давайте с чего-нибудь более благородного. Из белой шерсти, да. Ты не знаешь, какие у черепах глаза? Зеленые. Какого хрена у них могут быть зеленые? Карий. Не знаю. Карий? Ты че вообще отморозил? Какие даже у них глаза были розовые, что ли? Не знаю. Дай мне этот, кирпичей, еще кирпичей. Тихо. Каких кирпичей? Кирпичей, обычных. У тебя же несколько стаков было. А уже ушло. Серьезно? Ну ладно, держи. Че ты врешь, я тебе не могу 3 стака туда уйти. Там у меня уже закончилось. Че? А, прикольно, кстати. Я где-то видел такой домик. Ну маленький, но ничего, Саша. Черт. Заткнись. Я придумал кое-что. Смотрите. У нас будет креативная черепаха. Ой-ой-ой. Кривой глаз. Фу. Не знаю, хватит оно вас так или нет. Я заметил, что
Смотрите, как будто у него глаза такие большие, прям. Прикольно. Прикольно. Ну, у нас новый вид черепахи, большеглазые. И типа, знаете, как будто она и кричит прям. И в рот вы можете к ней завести. Хотя, конечно, пошло звучит, но... Слушай. Заткнись. Слушай. А у черепахи белые зубы или черные? Давайте адские зубы пусть будут у него. Адские. Ну, по идее, скоро будет готово все. Так. Угу. Мне нос мешает. Не, эти ступеньки не подходят. Давайте обычные булыжниковые попробуем. Только, конечно, не как я вверх тормашками, а нормально. А, блин, зря. Ступеньки это типа как язык. Пусть будут деревянными. Слушай, а что если вот так? Так, ну вроде отлично, слышишь? Залети, посмотри. Ты уже все, что ли? Ну да, почти. Ну, сейчас. Свидание. Так. Вроде потолок нормальный. Иди. Мне нос мешает. Ну не мне, а черепахе. Что тут еще у нас есть? Еще можно побольше носа сделать ему. Ну ладно, пусть будет таким. Типа орет. Смотри, какой большой рот у нее. Прям как у Никиты. Ты че? Ага, я застрял под ее челюстью. Мы все равно не можем зайти, охренеть. Большой носик хренов. А, вот теперь можем. За ее огромных ротовых органов я не мог зайти. Но теперь могу. Так. Ну, в принципе, все. Что ты еще скажешь? А, вот брутальная челюсть нужна черепахе, конечно. Блин. Куда уж без брутальных челюстей. Смотрите, она типа орёт. И нужно ей хвостик, конечно же. Короткий. Толстый хвостик. Нет. Просто короткий. Где у Никиты дом? Так, вот, сюда. Сырик. Да я лучше попроще зайду. Ты чё, козёл? Я там, подожди. Махинация. Все, вот так красиво. Пусть, ну, уютненько, чё. Светло. Угу. Не то, что у меня. Так. Теперь нужно ножки черепашки сделать. Ну, это подписчики пусть оценивают, чей дом лучше, хуже, угу. Или ничья там еще какая-нибудь. Ну, какая нафиг ничья? Да, ничья. Да, у меня лучше. Лучше, это понятно. Уютно. Да. Я уже сразу определил заранее. Так. Так, ножки черепашки будем делать. Вот ага. Сейчас бы я бы тебе флай дал бы, конечно, но... Давай. Доверия нету, понимаешь, чувак. А что я могу делать? Не знаю. Ну, так давай флай чё-то. Димот бы дал, я бы тут украсил бы домик. Понаставил декорации. Ну, понимаешь, ты же не должен выиграть. Вообще бегил, да. Это, смотри, это нечестное. Ну ладно, ты должен выиграть. Мне придется разрушить снизу только потому, что, ну, как бы, потому что. Это будет морская черепаха. Как серию назвать, Никитос? Не знаю. Ну, придумай.
Ты же великий придумывальщик. Конечно. Мне твоя учительница сказала. Чё? Никитос тупой, конечно, но придумывает отмазки железно. Примерно так она мне и сказала. Почем училка? Почем она училка? По русскому, по... Не знаю, классная, по-моему. Классная. Классная, вообще суперская прям. 60 лет, ну, для тебя как? Че, твои классные 60 лет? Ребят, а сколько вашей классному руководителю лет? Напишите в комментариях. Сейчас узнаем. Не знаю, жива она или нет. Жива она или нет? Ты чё? Ты же школьник вроде. Нет, ты чё, совсем что ли? Головой рухнулся. А кто ты там? Проходимец какой-то? Сам вышник. Вы отчислили Штип. Его из школы. Придурок. Вот именно с таким, такой надписью. За что вы меня отчислили? Придурок, потому что... Блин, вообще жизнь, конечно, жизнь у тебя боль. Ну чё, черепашка, она здоровенькая такая у меня получилась. А челюсть-то какая? Прям Шварценеггер черепах. Удивлённая и орёт. Как будто ей кое-что прищемили. Хвостик сильный у нее, прям как у Никитоса. Говорю, головой рухнулся. Кто ты? Ты. Вечно меня хочет оскорбить чем-то. Угу. Я же придумывал более стильные ножки для... Помните? Для черепашек. Вот такие типа. Или лучше оставить такие? Ну не, черепашка же она не курица. Она кушается. А, все нормально. Так, вот вроде черепашка у нас есть. Давайте ей придумаем татуировки. Татуировки. Татуировки, что ты ржешь? Современная черепаха. Вот у нее пусть будет стильная бородка, которая потом, конечно, отрастет. Я без гейммода тут уже домиком украшиваю, обукрашиваю. Не, ну ты молодец. В этом же вся фишка. Да, конечно, особенно с тобой. Так. А ты в черепаху там что-нибудь положи. Что, алмазы? Ну. Ну да, чтоб ты первым и загрифилил. У черепахи большие добрые глаза. Ну чё, давайте начинать украшать. Татуировки ей нужны, да, нужны. Я не умею украшать, фу. И никогда не умел. Давай, я тебе там всё. Ну, вот здесь я могу поставить одну картину. И вот здесь я могу поставить одну картину, всё. Это не моя сильная сторона, к сожалению. Факелочки давайте здесь поставим хотя бы. И коврики. Коврики у нас будут красными. Так, ну, для Никиты красными, а так для нас желтыми. Что же еще сделать-то, а? Ковры поставь, дебил. Ковры, дай мне шерсть и разноцветные, я все сделаю. Просто ковер поставить. Подожди, стой. Дай мне коврики там. Прийти сюда, дай мне коврики тут разные. Не, да? Не разные, а белые, синие, красные. Все. Ты охренел вообще, я один цвет использую. Да давай, блин, ты это.
Не жалко вроде. Не жалко, Вроде. ну вот найди Вроде. меня, зайди через рот черепахи. Что-то такое мелочное, ну, давай. Я-то не мелочный, я же говорю, я дам. Давай. Просто я сейчас занят немножко. Пока Давидик не рассказал всем на сервере, что тут у него типа читера. На спальне бегает, наверное, рассказывает. Короче, мне какой-то чувак, короче, я там летаю, зелень невидимости раскидываю. Мне пишут: эй, ты как взломал сервер? Вау, круто, научи меня. Блин, пиздец, вообще. Забыли, что трубоёжик такой наглый. Он обычно делает такие вещи. Ну, на Новый год я только делал это. Про тебя уже все забыли, наверное. Меня все забыли, да. Все из-за тебя. Ты же перестал обо мне писать в своем твиттере. Дебил, что ли? Ты дурак. Хватит мои сообщения повторять. Ты дурак. Что я тебе каждый день пишу. Ты дурак, да. Ну да, типа того. Ты там долго еще? Ну ты иди сюда, ты чё? Да ты, смотри, офигел. Как я туда я пойду так? Я все, что ты захотел бы. Ладно, веду. Ну а стаги алмазных блоков, как мне постоянно пишут на сервере, не мечтай даже. Да они мне не нужны. Мне главное коврики сейчас и все. Нафиг мне столько... Ой, блин. Какой-то всё желтый это... весь, как будто я на солнце прям. А ты не мог меня депортировать к себе как бы? Заткнись. А я никуда не могу поставить это. Колись. Факел. Дай мне вот. Ух ты. Нифига себе. Чё ты там увидел? Да вот, я сзади, сзади. Я не вижу тебя. Да в черепахе, внутри. Это типа мои зубы. Дай мне этих, как его. Ковриков. Каких? Белых, синих и красных. Ты чё, хочешь флаг России сделать? Да нет. Коврик или шерсть? Коврик. А хотя... Да, коврик. Кто забрал? Еще давай, синий. Синий и красный. Все. Красный есть, синих перебьешься. Синих, давай синих еще. Все, спасибо. Так, пойду строить. Строить коврики пойду. Строй свои коврики. Это типа мои Мартин Теллевские волосы. Волосы черепахи. Это ты для чего сделал, слышишь? Где? Сзади черепахи. Не трогай хвост черепахи. Ну и коготки у нее тоже должны быть же. Да смотри, это как и жопой растет вот это. Заткнись. Не обижай мою черепаху. А то она у нас недобрая. Может и леща дать. Нечаянно. Ну давай, ага, конечно. Черепашьего леща давно не получал, скотина. Так, строим дальше. Все, вот так вот пусть будет. В принципе, вот она наша черепашка. Можем ей причесон замутить. Хотите причесон черепашки? Вот типа такой. Седая черепаха. Так, и нужны суровые черепашьи эти. Ты понял, о чем я? Угу, конечно. Так. Суровые черепашьи брови. Блин, что это такое? Суровый черепаший нос. Фу. Вот так. Не, слишком тонкие брови. Прям как баба. Надо нормальные брови. Это какая-то меня получается. Так. У тебя сила так получается. Да иди ты в жопу. Да. Так, вот норм. Брови вообще не канают. А вот мешки под глазами самое то. Смотрите, фу, урод. Строительство идет, строительство, так. Не, ну лучше оставить тогда. Ты прав. Так, что мы еще тут? Не забыли ничего? А, здесь могут криперы спавниться.
Поэтому мы на хвосте у него вот так поставим. Те, по идее, не должны спавниться, если там поставить верстак. А вот здесь, типа, его шея. Смотрите, вот у нас здесь должен быть верстак где-то. Ты не помнишь, где верстак был? А, вот а не помню. Сундуки, верстаки. Ну, верстак, где обычно, вот здесь мы поставим. Почему в воздухе только? Ой, нет. Лучше не здесь, я не знаю. Где хотите, короче, ставьте верстак. Ладно, поставлю пока здесь. Сундук, сундук. Сундук поставлю здесь. Это что еще? Что еще? Кровать обязательно. Спать мы будем вот здесь, наверное. Так. Так. Теперь эти красивые вещи нужны. На всякий пожарный. Ну и вот так давайте. А, это уже дали вам. Так что еще? Ну, в принципе, пока хватит. Единственное, нужно. Прикольно. Нужно освещение продумать. А, я придумал, какое освещение замутить. Вот они, светящиеся камни, мне понадобятся в этом. Так, пол готов. О! Чё? Да этот мешает, блин. Давид влазит. Серьезно? С мечом еще главное. Что подозрительно. Подозрительно очень. Да не железным. А то алмазом уже просрал, наверное. Ты не мог ему просрать. Пропил. Пропил. Ну, в принципе, да, молодцы. Мы осветили домик. Так, прийти к... Ого! Точно, забыл. Извини, Дэвид, но я... Убей его. Он меня увидел. А, Никитос отключился. Все, смотрите, Давид сейчас его гриферить начнет. Давай, Давид, давай. Начинает. Смотрите, наглый Давид. Что он будет делать? Никита у нас в скайпе отключился. Давид его грабит. Выкидывает ресурсы. А, это Никитина, наверное. Ух, прикольный пол у него, кстати. А, Давид вышел. И загриферит скоро Никитин домик. Так что, ребята, поспешите. Как можно быстрее вы должны добраться, забрать. Вы помните, что я наложил сундук. Положил сундук нашего великого дома. Поэтому, ребят, как можно быстрее. Ждем вас. Координаты у нас, вон, как видите, 1000 на 2500. Ну, когда вы доберетесь до сюда, вы все увидите. На 2500, точнее. Минус 1000 на минус 2500.
И поплывете на лодке, вы, в принципе, найдете это место. Ну и как найдете, лучше сразу приватите, забираете все ресурсы, которые вы здесь найдете ценного. Ну, единственное, попрошу не разрушать. Но если вы уже разрушили, что теперь поделать? Вот здесь 16 алмазиков я вам поставил. И теперь для тех подписчиков, которые меня смотрят, я поставлю секретный сундук. Давайте здесь этот основной сундук, а вот здесь будет секретный. То есть вот здесь в углу. Мы поставим супер секретный сундук. Постараемся поставить. Чтобы его никто не нашел. Видите? А сюда мы положим стак алмазов. Ну и стак алмазов хватит. Вот здесь секретный сундук. Здесь как бы основной. Который вот 16 алмазов. Фейерверк и все такое. Так что... Те, кто смотрит мои видео до конца, узнают самые секретные секреты. Видите, сундучок. Ладно, ребят, спасибо всем за просмотр. Всем пока. Спешите на сервер. Ссылку на него оставлю под описанием видео, кто еще не знает, где он. Ну и до встречи. Посмотрим, кто первый его заприватит. Пишите в комментариях. Всем пока.